Санаторий имени Сергея Лазо расположен на Черноморском побережье Украины, в 86 километрах от города Одесса. Оригинальный уголок природы славится уникальными лечебными грязями и водами Шабалатского лимана, своеобразным микроклиматом, чистым воздухом, бессарабскими винами и фруктами. Расположен санаторий на берегу лимана, который простирается вдоль моря. Лиман отделяется от моря песчаной косой, на которой находится морской пляж. Но особое важное значение для курорта имеют запасы в лимане высококачественной сульфидной лечебной грязи. В сравнении с Куяльницкой, являющейся эталоном по изученности подобной грязи, она имеет ряд преимуществ по физико-химическим, биологическим и лечебным свойствам. Санаторий имени Сергея Лазо – современная здравница, располагающая курортной поликлиникой, где функционируют грязелечебница, водолечебница, плавательный бассейн и бассейн для скелетного утяжения, кабинеты гидропатии и подводных душей массажа, физиотерапевтическое отделение и ангалаторий, оснащенный современной аппаратурой, залы лечебной физкультуры и механотерапии, многочисленные кабинеты для массажа. Здравница имеет большой опыт в лечении болезней нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваний, заболеваний мужской урологии, болезней органов дыхания и верхних дыхательных путей. Квалифицированные врачи-курортологи гарантируют высокую эффективность лечения, а обслуживающий персонал полноценный и интересный отдых. Не упускайте шанс побывать и восстановить свое здоровье на уникальном курорте Сергеевка, санатории имени Сергея Лазо. Здравницы вас ждут!